72-й так. И на трио. Раз, два, три, раз, два, три. Бессонная ночь в аэропорту виртуозу совсем не помеха. Приехали, что говорится, с корабля на бал. Выступать сегодня будут без дирижера. Владимир Тодорович изначально дает установку на квартетное музицирование, что мы должны вместе проживать музыку, вместе ее исполнять, то, в общем, для нас сложности технической нет. Вот, наоборот, есть поле большое для творчества, и каждый, вы увидите на концерте, у нас выходит с любого места, любой музыкант играет соло и также в оркестре. До начала концерта час, отрепетировать нужно двухчасовую программу, потому и оттачиваю сейчас самые важные такты. Раз, два, три. В концертной программе «Времена года» Петра Ильича Чайковского, Вивальди и Астора Пиццолы. Контраст России и Аргентины – своеобразная творческая идея нового альбома. Сегодня, приехав в Омск в минус 15, во втором отделении иметь возможность унестись в теплые мотивы Аргентины, мне кажется, добавит удовольствие для публики и создаст такую неповторимую атмосферу. Тем временем в фойе не пробиться. Любители виртуозов и живой музыки с нетерпением ждут начала концерта. Мы всегда ходим на виртуозов, на Мацуева. Живая музыка – это не сравнивается с записью никак, мое мнение. Сама атмосфера, она наоборот как-то вдохновляет. И лучше прийти и увидеть все своими глазами, прочувствовать именно эту музыку, чем сидеть за экраном и слушать. В зале аншлаг. Концерт начался с времен года Чайковского, а точнее с трескучих морозов января. Денис Ионас, Ксения Бессараб, Андрей Кузьмин, Антенна 7.